Расскажу, как добавить картинки в статью. Можно зайти в любую статью. И здесь в окне в нужное место из проводника перетащить любую картинку. Просто прямо сюда. У меня картинка большая. Поэтому ее выделяем и нажимаем на вот этот значок. 3000 пикселей. Можно поставить, допустим, 400 пикселей. И обтекание картинки. Вот выравниваем по правому краю, по левому краю, как захочешь. Апдейт. Вот она картинка. Когда она маленькая, ее можно здесь прямо нажать и увеличивать, уменьшать, как захочешь. Дальше в статье, допустим, здесь вставить картинку другую. Перетаскиваем ее сюда. Вот она тоже большая, ее тоже выделили. Зашли в картинки, выбрали. Размер поменьше и обтекание, допустим, по правому краю. Update. Вот у нас получилось две картинки в статье. Нажимаем сохранить. Можем перейти на сайт, посмотреть эту статью. Вот это оно. Нажмем, почитаем. Вот она статья. Вот одна картинка, вот вторая картинка. Вот как-то так.